Приветствую всех, друзья! С вами я, Алексей, и мой канал «Обзор товаров с Китая». Сегодня мне пришла вот такая вот посылочка. Опять же, с AliExpress, упаковано вот так вот, все хорошо. Пришла за 37 дней, 7 дней на белорусской таможне. И это гайвань. Только я не понимаю, почему она такая большая. В реале гайвань сама-то вот такого-то размера. Написано TSET, оценено $8. За эту гайвань я отдал $8, все тут указано верно. Наверное, просто очень ответственный продавец. Эта покупка сделана была на групповых покупках. Я в группе писал. Может, кто-то еще заказал, не только я один. Так что, возможно, кто-то напишет, что «Леха, я тоже заказал вместе с тобой». Было бы прикольно, конечно. Стоит она в реале. Да, это просто очень ответственный продавец. Ну там типа как бы была скидка на эту гайвань, она, вот честно, забыл с какого, с какой керамики, он сейчас знаменитый. И тут мы видим пенопластик. Вес посылки 430 грамм. Очень ответственный продавец, молодец. Это, я думал, там придет все в корявом виде, там, я не знаю, в каком-то полиэтилене, что ли, но нет. Теперь самый ужасный звук в жизни. А, так, ну что же, давайте мы откроем. Пенопласт мягкий такой и не очень. Просто красавчик. Просто красавчик. Место для чая какого-то подарочного. Не знаю, что за он. Не знаю, даже писать, наверное, нет. Место для крышечки. Давайте сюда положим. И сама гайвань тоже. А, быстрее избавиться от этого противного. Может, сюда, чтобы не... Так, отлично. Отлично. Не помню сколько. По-моему, 150 миллилитров емкость гайвани. Но продавец просто красавчик. Упаковал просто восхитительно и отлично. И сейчас я избавлюсь немножко от пенопласта, который очень... электролизуется. Ой, так. Ну вот, сама как выглядит гайвань. У меня, я, кстати, вам не говорил, разбил крышку у своей в белой гайвани, и у меня там осталась одна темная. Короче, чувствовал она, наверное, что я заказал новую гайвань, обиделась и разбилась крышка. А тут, блин, глазурью такой вот облито. Внизу даже вон какие-то есть символика, наверное, мастера. Ну, не факт. Мне кажется, это да, заводская какая-то это. И вот минус для меня, наверное, видите, как она гуляет. Очень большая вот эта дырочка в основании. Не очень удобно. Хотя я вот так в основном сливаю. По-моему, 150 мл гайвань. Ладно, это для любителей китайского чая. Для остальных еще будут посылки, не волнуйтесь. А так, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья!